Город Куйбышев. Один из крупнейших промышленных центров на Волге. Два вокзала, речной и железнодорожный, связывают город с основными магистралями страны. Город растет и благоустраивается. Бригада штукатуров Дружинина заканчивает облицовку нового дома подшипникового завода. В первом полугодии трудящиеся города уже получили около 25 тысяч квадратных метров жилой площади. Целые кварталы жилых домов готовы к эксплуатации в Кировском районе. Большие работы ведутся по асфальтировке улиц. Художественным оформлением городских скверов руководит начальник цветочного хозяйства города товарищ Назаренко. Скоро куйбышевцы сделают свой город самым красивым и благоустроенным городом на Волге.